Доброе утро, дорогие садоводы. Хочу ответить на такой интересный вопрос, когда снимать плоды. Позвонила женщина и сказала, что у них с мужем уже вторую неделю длится спор, когда снимать яблоки. Нет конкретного дня, конкретной даты, когда нужно снимать тот или иной сорт. Особенно это касается яблок, которые вы планируете заложить на хранение, и у которых срок потребления растягивается до весны следующего года. Так вот, есть у Марины Цветаевой хорошие слова. «Само, что дерево трясти, в срок яблока спадает спелое». Просто нужно знать несколько правил. Грушу нужно снимать тогда, когда у нее цвет плода, у плодоножки немножко отличается от основного цвета. Цвет плода у этой груши, у плодоножки уже желтый. При этом основной окрас остался бледно-желтым. Итак, общий принцип, когда наступает момент съема яблок, плодов поспевших, это тогда, когда при легком прикосновении они снимаются с плодоножкой. Вот в данном случае я держу в руках зимний сорт яблока, и оно не снимается с плодоножки, значит, ему еще висеть. Я могу просто вот волевым решением, волевым усилием снять этот плод и теперь убедиться, время снимать на закладку или нет. Я разрежу яблоко и посмотрю, какого цвета семена. Если семечки, кофе с молоком, значит, вовремя снять и положить на закладку. А если семечки уже черные, поспевшие, ну, вернее, они темно-коричневые, почти черные, значит, мы опоздали со съемом. Вот этот момент нужно помнить. И в сухую ясную погоду я сниму яблоки и аккуратно, не бросая их, разложу в ящички и унесу в хранилище. И вот этот сорт порадует нас спелым плодом, вкусным плодом, поскольку в лёжкости вкус у некоторых сортов нарастает, будет лежать до февраля-марта. Так что узнавайте по состоянию плодов дату съема и закладки на хранение. Удачи вам!